Всем доброго времени суток. Мерекин Наталья, центр Альфа Омега Плюс, представляет вам гороскоп на 26 июля 2018 года. Луна в Козероге, 13-й лунный день. 25 июля мы с вами говорили о картинах гармонизатора. А 27 июля я приглашаю вас в 12 часов на вебинар Виолетты Копченковой, который называется «Как с помощью рисования расширить пространство жилья». Итак, сегодня 13-й лунный день, и сегодня начинается ретроградный Меркурий. А это значит, что в течение 3 недель вам не стоит начинать никаких важных дел. Все переговоры могут затягиваться. Этот период подходит именно для завершения дел, которые вы начали ранее, или для тех дел, которые вы можете продолжить. Если у вас остались какие-то долги по делам, вы можете вернуться к ним и начать их заново. Итак, сегодня в целом благоприятный день. Стоит прислушаться к своей интуиции. Это день молитв. Молитесь за своих друзей и оказывайте помощь нуждающимся. А также угощайте своих друзей и знакомых сладостями. Сегодня необходимо быть максимально тактичными в общении. Именно сегодня ваши чуть более резкие выражения могут быть восприняты как грубость. Желание переложить свои заботы на чужие плечи придет конфликтом. Сегодня благоприятный день для духовных практик. Можно также планировать переезды. А чтобы осознать свой потенциал, вам стоит не бояться ставить перед собой высокие цели. Сегодня можете заняться огородом, заготавливать зелень, лекарственные травы, собирать урожай, консервировать и солить. Готовить почву под посевы, уничтожать вредителей, пропалывать и собирать урожай ягод. По финансам можете делать инвестиции и заключать договора. Но в период ретроградного Меркурия не стоит делать крупных покупок. Многие астрологи считают, что стоит покупки отложить все полностью. Вы можете покупать только что-то, бывшее в употреблении. В любви сегодня хорошо поговорить по душам с любимыми людьми. Желательно быть более уступчивыми и менее требовательными. А по здоровью сегодня стоит обратить внимание на свое питание. Должна преобладать здоровая пища. Можете ухаживать за кожей и ногтями. Но сегодня нежелательно лечить и протезировать зубы, а также посещать мануального терапевта. День 26 июля благоприятен для овнов, тельцов, дев и скорпионов. И менее благоприятен для близнецов, львов и водолеев. До встречи завтра!